срочно сообщить Чингизу. Ну, мать твою! Что такое, Федор Михайлович? Рация опять барахлит. Как всегда, не вовремя. Что будем делать, Сабеков? Чингизов велел докладывать о любых движениях вокруг склада. А я что могу? Нам же приказано не покидать своего поста. Хреновая работа. То бензина нет, то запаски на машину не найдешь. Была бы сотка, никаких проблем. Вам еще сотка. Ну что ты лыбишь? Надо найти телефон. Где? Я откуда знаю? Иди найди. Исполняй приказ. Есть, сейчас найдем. Давай так быстрее. Искандер, я на складе фирмы Назарова. Здесь в коробках наркотик. АД-1. Боже мой, я... Алма! Алло! Алло! Черт! Как она туда попала? Что делать? Что делать? Я боюсь. Алма там совсем одна. Я должна найти Чингизова и все ему рассказать. Он хорошо относился к Назарову, он поможет. Вот эти коробки. Тащите все в машину, только быстро и тихо. Че встал, Макс, давай работать. Ходбаев, оставайся здесь и держи связь с Федором и Сабековым. Искандер Кирилович, подождите. Потом, Ген, я спешу. Прости. Вывоз товара в 17:00. Это Диас. Значит, в 17:00. Есть время вытащить Алму. Там на улице. Все тихо, Лев Наумович. Из работников фирмы никого? Им запретили даже приближаться к складу. Все равно. Охранников надо на улицу отправить. Никому нельзя доверять. Никому. В этом Бег прав. Что ты за пацана привел коробки грузить? Это Макс. Наш товар сбывает. Мелкая сошка. Смотри, чтобы никого чужих не было. Да что, я не понимаю, что ли? Тихо ты. Одна коробка открыта. Как открыта? Ножом вскрывали. Ах ты, тварь. Товар надумал воровать. Это не я. Я ничего не трогал. Успокойтесь, девушка. Я заместитель Чингизова. Вы можете все рассказать мне. Присаживайтесь. Как вас зовут? Гульмира. Так что случилось, Гульмирочка? Там Алма, журналистка. Спасите ее. Она одна на складе. И что? Что на складе? Наркотики. Много. А ты один. А ты один? Как вы сказали? А ты один. Полный склад.
Полный склад, говорите? Интересно. Очень. Очень интересно. Я, понимаете, я уронила коробку. Коробку, а там пакетики. Я прочитала. О своей находке. Нет. Только Алме. Какой Алме? Я же вам говорила, Алме журналистки. Журналистки. Да, Алме Жумабаева из телеканала «Эпоха». И больше никому? Нет. Она пошла на склад, а я побежала в полицию. Вот и хорошо, что пришли. А сейчас поехали, покажете. Ну, что там, Витек? Она ведь журналистка. Журналистка? Этого нам только не хватало. Я ничего не знаю о твоем сыне. Не знаю. Лжешь. Все ты знаешь. Арстан, зачем мне тебя обманывать? Да ты пишешь письма, Женя, а ты мне сына. Какие письма, Арстан? Об этом ребенке знали только 3 человека. Я, Женя и ты, Марго. Кто пишет эти письма? Я никому не писала и никому ничего не говорила. Клянусь, не знаю никаких писем. Не знаешь? А это что? Я тебя предупреждал. Умоляю, Арстан, поверь мне. Я тебя еще раз спрашиваю. Как ты сюда залезла? Ну, отвечай. Все бы ты ей приходить одной без оператора. Проверь, нет ли диктофона. Здесь ничего нет. Только бабские штучки. Тварь. Какого черта ты сюда залезла? Тебя же, сука, теперь... В живых оставлять нельзя. Искандер Керимович, к складу подъехало 2 машины, идет погрузка. Мы не могли вам сообщить, рация не работает. Быстро за мной, только аккуратно. Я сказал быстрее. Что стоите, как истуканы? Грузите коробки! Уходить надо. Присмотри за ней. Полиция! Всем оставаться на местах! Искандер! Искандер! Она на пол! Искандер Керимович, живы. Ерунда, царапина. Никому не высовываться. Сволочи, бросайте оружие!